до достижений Хатхоху, бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо 2013 года. А техкреповцы делают и делали Black Sea Open Cup. Сейчас не знаю, в каком состоянии это будет находиться. Но, тем не менее, он чемпион этой организации, опять-таки, 2013 года. 23. Возраст, 3-0. Рекорд, все нормально против Юнуса Ахмедова. Бронзовый призер чемпионата России по ММА 2013 года. Ну, в рекорде стоит 1-0. Хотя понятно, что по любителям там что-то уже было и было довольно серьезно. Профильный ударник. Причем очень жестко бьет как с рук, так и с ног, я имею в виду Юнуса Ахмедова Хатхоху. Ну, опять, умеющий ударить универсал. Здесь, в принципе, все то на то. Решаться будет, не знаю даже, ну, тяжело сказать здесь, поскольку заряжено это заметно. Юнус подтаптывает своего оппонента именно в ударной технике. Сейчас будет резать траекторию. Жесткий недолгий по корпусу, такой, что чуть не просадил. Туда же дальше добрасывает, колено в бедро. Контрит. И жесткая работа в клинче по корпусу. Зацеп снаружи не пошел. Моментально сработал здесь Байзет. Зацеп не попал опять. Хороший контроль. Я думаю, если руки удастся освободить, длинно. Ну, не-не-не. Это не тот уровень, чтобы такими цеплять. Бережется колени. В принципе, хорошая сейчас позиция. Надо обострять. Зацеп изнутри прошел. В одно движение. Прекрасно. Здесь как раз самбийские вот эти штучки, что называется, играли. И тащит Кимуру. Сейчас Юнус пока держит, есть прихват. И дальше туда задвигает своего соперника в угол. Держать. Ну да и да, здесь, конечно, выпустит и даст перевернуть. Может быть, болячка. Не пошла. Все, рука освободилась. Гард закрывает сейчас представитель новороссийского, и посмотрим, как будет паттер разбираться, прошу прощения, в Байзету. Эта позиция, наверное, повыгоднее будет, как это видится, по крайней мере. Тем более, головой он своего соперника развернул в угол. В принципе, все, ну, все равно, единственное, что отсюда толком не ударишь. Второй раз пошел за рукой. Кричат, не надо из угла. Ну и сразу слушается. Пойдет, кричат, раскрывает гард. Видимо... Ну, пока не очень понимаю. Свое кричат, попробуй. Есть какие-то заготовочки, какие пока не очень ясно. Подтаскивает высоко. Надо в ту сторону. Что, поднимут? Да. Поднимут в стойку. Нет, отдает Портер, дает побороться. Но довольно любопытно здесь Ашот принимает именно это решение. Косгарда старается поработать, он на ударке, ноги тащит туда к треугольнику. Сейчас уже становится это понятно. Другое дело, что соперник контролирует, по крайней мере, пока. Так. Эх, соскочил замок. Идея хороша. Сейчас мало пустит. Конечно, как он. Ну что, свипы или он тебя задавит просто? Пойдет. Не пойдет сейчас. Пока не пойдет. Один из семинаров Федора как раз показывал, как из этой позиции работать. В любом случае, руку надо отключить. И дальше в одно движение толчок именно тазом с прихваченной, ну, правой или левой рукой. И дальше толкать свободно туда, в район ребер, когда свалится. Улучшился немножечко. Сейчас Юнус Ахмедов, ну, на мой взгляд, преимущество сейчас свое чуть-чуть пододал. Понятно, что у него номинально доминирующая позиция. Здесь можно поработать, и поработать неплохо. Но ловит, поймал голову. Поймал и голову, и рука, ну все, в принципе, работает. Сразу же ногами забегает со стороны головы, а плечо там хорошо торчит. Если ноги перетащит, да, сдача. Пришлось покопать, иначе он просто руку сломал. Да. Защищался прекрасно, уверенно, все хорошо делал сейчас. Юнус Ахмедов, но Байзетта, какой молодец, а как разобрал эту позицию. Переиграл, это называется переиграл. Хорош. Причем и вроде защищался здорово, и ногами успел забежать, но рука была захвачена очень. Плечо вытащил.
Умница. Красивейший дуэт. Стоят, конечно, друг друга бойцы. Здесь надо, да, конечно, отдать должное, конечно, организаторам. Они стараются подбирать действительно интересные парни. Действительно интересно смотреть. Ложит Хатхоку. Ну, что-то реально можно было сделать. Поздновато. Поздновато, но и здесь обратите внимание, как прихватил. Сюда тяжело уже крутиться, он очень плотно обхватил его бедрами.